Здравствуйте, друзья! Всем прекрасного предновогоднего настроения! Сегодня я хочу вам показать вот такой вот интересный, миленький дизайн и продемонстрировать очень быструю и несложную технику. В качестве фона под лунного птенца я возьму гель-лак номер 92-й, вот такой нежный голубой оттенок. Просушиваем в лампе 30 секунд, наносим второй слой. Сушим в лампе 30 секунд. Чтобы сделать вот такое вот интересное небо, я возьму кошечку S46, вот такой вот синий оттенок с очень красивой светлой полосочкой. Чтобы сделать красивую такую незаметную растяжечку, плавный переход, мне потребуется кисть, которая называется Шлейф, это фирма Рублев, синтетика. Вот ее код номер 5. Наносим гель-лак на верхнюю часть ноготочка. И кисточкой аккуратненько стягиваем вниз. Не забывайте протирать кисть, чтобы у вас не осталось вот такого темного подтекста. Спускаем гель-лак так, как будто бы мы делаем градиент. Давайте я покажу вам чуть-чуть поближе. У нас остались такие, да, так как у кошки есть такой темный подтекст, поэтому такая легкая, как будто бы мережечка остается. Но нам это не помешает, потому что у нас будет звездное небо и хлопья снега. И вот таким вот магнитиком примагничиваем хаотично гель-лак. Так, чтобы у нас не полосочка получилась, а вот такие вот разводы. И сушим в лампе 30 секунд. Теперь нам потребуется палитра и гель-лак максимальной концентрации пигмента. Если у вас нет такого гель-лака, можно взять гель-краску белого цвета. Еще вам потребуется старенькая кисть. Такая вот, видите, у меня уже старая. Вылезшая, убитая кисточка, которую я использую для этой техники. Что мы будем делать? Да, мы будем приштамповывать, то есть нам нужно кончик кисти испачкать
гель-лаком, чтобы получить вот такой вот эффект. Итак, мы создаем вот такой вот элемент, очень похожий на куриное яйцо. Основная масса оттенка, то есть насыщенность цвета, у нас остается по контуру. В серединочке пока не закрашивайте, потому что мы наоборот там будем чуть-чуть затемнять. Чуть-чуть его сделаю потолще, то у нас получится худой цыпленок. Чуть-чуть поокруглее. И сделаю ему маленькие крылышки. Смотрите, девочки, кисточка у меня стоит исключительно перпендикулярно к ногтю, поэтому создается вот такой вот, как бы такой рваный контур. Сушим в лампе 30 секунд. Берем лаки, которые мы использовали, когда делали фон, тоже выкладываем их на палитру. Очищаем кисть о салфеточку, смоченную антисептиком. И этими гель-лаками приштамповываем внутри птенчика. Сначала вы берете голубой и подвигаетесь максимально близко к контуру. Чуть-чуть зафиксируйте в лампе. Я думаю, что достаточно будет 7-10 секунд, чтобы гель-лак прихватился. И теперь темный оттенок. Темный оттенок у нас уже идет в самом центре нашего птенчика. И сильно к контуру вы уже не приближаетесь. Сушим в лампе 30 секунд. Тоненькая кисть. Это тоже фирма Рублев. Колонок ДК-13Р номер 00. И этой кистью мы будем рисовать веточку. Веточка у нас расположена так, как будто бы птенчик на ней сидит. То есть она выходит из-под цыпленочка. И идет вот на ней там рябиночка, несколько зернышек рябинки растет. Темным гель-лаком рисуем веточку.
и выводим ее вверх, так чтобы расположить на ней гроздья рябины. Сушим в лампе 30 секунд. И для рябинки нам потребуется вот такой вот темно-бордовый оттенок. В нашей торговой марке это 77. Возьмите маленький дуц и поставьте дуцом точки на типсе, собирая их вот в такие вот кучки. Ну, я думаю, будет достаточно. Отправляем сушиться в лампу. Теперь нам нужно сделать свет на ветке, на рябинке и звезды и хлопья снега. Возьмите топ. Я возьму из нашей торговой марки топ без липкого слоя, который называется пластик. Он средней консистенции, это топ не густой и не создаст дополнительного объема, который нам в дизайне может чуть-чуть помешать, то есть и заставит нас глобально выравнивать потом поверхность ногтя. Итак, в чистый топ мы добавляем чуть-чуть белого оттенка, создавая такой белесый мутный цвет. И этим цветом проходим по ветке. Также мы ставим точки на зерна рябины. И отправляем сушиться в лампу. И еще раз этим цветом выделяем некоторые зерна рябины, прикасаясь к ним еще разок. И сушим в лампе. И теперь у нас звезды и хлопья снега. Этим же цветом мы ставим точки разного размера на поверхности ногтя. Одни точечки у нас маленькие, другие делайте
Вот такие вот большие. Вытираем кисть и чуть-чуть растушевываем, как бы растягивая цвет в ноль. Периодически протирайте кисть, потому что она набирает гель-лак, и тогда ваша растушевочка становится гораздо сложнее вам сделать ее, потому что кисть начинает отдавать на поверхность цвет. Сушим в лампе. И еще раз, чтобы сделать наши хлопья снега чуть-чуть ярче. Ну, теперь мы уже не растушевываем. И давайте сделаем звезду. Вытирайте кисть и чистой кистью вытягивайте из капельки вот такие тонкие линии. Сушим в лампе. Теперь нам потребуется черный гель-лак. Это также коллекция Latex максимальной концентрации пигмента. И тоненькой кистью сделаем глазки и клювик птенчику. Сушим в лампе до полной полимеризации гель-лака 30 секунд. Сделаем клювик объемный. Возьмем белый мутный цвет и поставим капельку на клюв. Сушим в лампе. И последнее, что нам осталось, это поставить блики на зрачки и на клюв. Также тоненькой кистью сушим в лампе, покрываем топом, и дизайн готов.
Наш дизайн готов. Вот такие вот лунные птенчики у нас получились. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч!